Он знает в Нью-Йорке каждую ямку и никогда не засыпает за рулем. Мистер Октябрь 2019 всем своим видом дает понять, каждый водитель должен иметь стартер кабеля под рукой. Они в гараже повесили этот календарь, и все знают. Интересно. Шофер и образ. Звезда путеводная и модная. Грег Виткин. Лицо будущего октября на обложке календаря водителей такси. Идея такого календаря принадлежит Шеннон и Филиппу Киркман. Она фотограф, он финансист. Это уже шестое по счету издание. Первый календарь вышел в 2013. Эти мужчины и женщины – настоящий символ нашего города. Они возят нас 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Согласно статистике, 90% водителей желтых такси Нью-Йорка – недавние иммигранты. Именно поэтому каждый месяц символизирует представитель определенной этнической группы. Первые годы водителей к съемкам пытались привлекать прямо на дороге. Со временем обзавелись связями и создали базу данных. Более 13 тысяч желтых такси в Нью-Йорке, свыше 50 тысяч водителей, говорящих буквально на всех языках. Для пассажиров они и переводчики, и извозчики, и гиды. Великие и могучие – тоже язык общения. От России до Кот-де-Вуара. В чисто американском стиле пин-ап. Панегирик нью-йоркским такси поют иммигранты. 12 приезжих братьев месяцев. Несколько стран Африки, вся Европа. У нас есть русский водитель, Южная Азия, водители из Южной Америки. То есть настоящее многообразие в календаре. Хорошее отражение того, что из себя представляет Нью-Йорк. Майк легко накинет лассо, Назмил не пожалеет пару литров кофе. Алам выдаст слезу, подобно Джону Кьюсаку из романтической истории 80-х «Скажи что-нибудь». Алекс на пальцах покажет, как смотрит удав. Идейные вдохновители каждому придумали свой образ. Перебираем разные варианты того, что они могут делать со своими машинами. Мыть лобовое стекло, менять колеса или просто вылезать из салона. Желтая река в Манхэттене – картина привычная. Сел, доехал, вышел. Иногда быстрее, чем на метро. Идея проекта – показать водителей в каком-то смысле с другой стороны. Грег решил еще больше ее развить. Работает над сайтом о Нью-Йорке. Часть людей, которые садятся здесь, они видят заднюю часть моей головы. Мы иногда даже не говорим. На веб-сайте я могу больше про Нью-Йорк рассказать, больше про себя и больше про других водителей. За веселой обложкой вполне серьезная цель. Часть средств от продажи календаря идет в фонд организации, которая помогает семьям иммигрантов. Краска едва просохла. Образы героев быстрой езды отправляются в дорогу. К праздничному сезону нью-йоркский шарм в желтых тонах. Нина Вишнева, Александр Бадиков. Настоящее время. Америка. Нью-Йорк.